Привет, друзья, подписчики мои! Слушай, мы сняли такой прекрасный ролик с Белялом. Кто не видел, посмотрите, он просто сумасшедший. А сегодня у нас тесты одного из братов приматов. Это у нас Супер Хайперион MR2, Акингелиус MR10. Почему такие названия, я не знаю, но я наклеил наклейки. Вот такая наклейка на драйвере, и вот такой он красивый. Пупсичек. Я когда называю братья Гелиусы, мне чувак написал, мол, ты тупой, они не братья Гелиусы, они просто братья. Ну молодец, ты такой внимательный, ты такой знающий все про Бейблейды, красавчик, тебе комментарий. Огромное спасибо, без тебя я бы не разобрался, спасибо тебе большое. Вот, мы сегодня тестируем этого, а волчки в коробке, которые остались, протестируем против них. Если они там закончатся, мы протестируем, возьмем волчков с правой стороны, тут их много, поэтому ролик будет супер. А где купить такое много дрожжей? Я предлагаю начать первый раунд. Первый раунд мы начинаем с... сразу Фафнир. Фафнира... Секунду. Ваниша Лангинуса! Слушай, а это видео будет... Выбивание с ринга, боже, я не могу это комментировать. А это видео будет, мне кажется, даже круче, чем было с Диваном Белева. Ну, по факту, было выбивание с ринга. Но Фафнир вернулся, все честно, все законно, и ничья. Ну, это Эль Классика. Эль Классика — это стандарт, мы идем дальше. У нас нету времени на повторы, мы не делаем перезапусков, погнали. Перезапуски у кого-то другого, не у меня. Let's go! Мне перезапуски не нужны. Воу! Братан, ты че? Да! Кринж! Ну, это... Он как будто подраскручивался, но не хватило. Не хватило ему ничего до... Нет! Нет, ребята, что у нас тут? Сейчас. Вообще, жара. Вот это ролик. Вот это все. У меня же даже камера поплыла. Вот это было круто. Мне понравилось. Итак, следующий раунд. А кто это? О, Рактоворка, давненько мы его не видели. Вперед! Ой! Ну нет, ну как бы мы должны... Слушай, он подраскручивает его, что ли? Никаких перезапусков. Не получилось и не получилось. Все. Только Бейблейд, только хардкор. О, левосторонний Спригана! Погнали! Ой! Ха-ха! С одного удара, да, видали? Неплохо. Да, ого! Ну и... Как бы и все. Все было очевидно. Очевидно. Идем дальше. Опля, еще один рактоворчик. Пускалка не та. Бейблейду! Воу! А ну дерись! Сосунок! Да, друзья, ну слушай, этот брат примат Гелиус против Рактаора вообще не тащит, вообще не вывозит, не получается у него. У меня волчки заканчиваются в коробке. О, легендарный Астрал Сприган. Погнали. Слушай, ну неплохо. На самом деле Хайперион классный. Прям крутой. Ну, явно выросли они. Я не понимаю, почему вы раньше делали не такие крутые волчки, как сейчас их делаете? По факту, из нового шестого сезона только Кербеус ни о чем. И Гатлинг Драга. Ну, Экскалибур, понятно. Три волчка, отстой. А, еще вот это вот Савьер Валкери тоже отстой. Но все равно волчков у нас много, поэтому... О! Я испугался, господи боже мой. Слушай, какой шикарный Бейблейд. Вообще они все шикарные, я тебе так скажу. Вот эти первые два, пока мы только два протестировали. А, завтра ролик, где мы тестируем синего Гелиуса. Короче, и Белял из набора, они супер. Они прям торнадо. Видите, все, понимаешь? Очень круто. А еще мне нравится формат тестировать с рандомными волчками. Прям по-другому ролик смотрится. О! И волчков больше. Золотой левосторонний. Вперед! Вперед! Воу! Классное видео, друзья. Ого!
Выбивание с ринга. Слушай, реально ролик подинамичнее идет. А чё я так раньше не делал? Двигаемся дальше. О, моя любимая! Ultimate Валькирия! Ну, вы можете называть Валтраеком эту фигню. Но это фигня! Валькирия! Ой! Ой! Слушай, у нас сегодня Шони Бой, то отстой, ну, рифмуется. Шони Бой, то ролик крутой. Вот оно что. Погнали! Бейблейду! Бёрст! Что ты будешь делать, а? Посмотри. Блин, я обожаю Ultimate Valkyrie. Это самый лучший Бейблейд в мире. Вообще люблю его, пупсик мой. Погнали! Ну чего? Обращу ваше внимание на то, что очень-очень выносливый Бейблейд очень долго вращается. И это круто. Волчки заканчиваются в коробке. О! Но Фафнир еще здесь! Оу! Класс! Класс! Мне очень нравится! Так, у нас там волчков осталось... А, и Вейкнайт... А, не, Вейкнайт топ. Надо просто им играть уметь. А, не, волчков там еще много, кстати сказать. Ну-ка! Ну, понятно, Фафнир это всегда ничья, а мы продолжаем, мы тормозить не будем. Ну давай, что, Гатлинг Драгона, раз он у нас здесь есть, вперед. Оу, оу, ну я говорил, отстой, я же говорил, а вы мне не верили. Будем сразу в коробку складывать. Так, погнали дальше. Так, вот этот волчок, хочу протестировать его. Оп, эй, ла-ла-лей. Ну понятно, ну это Вейкнайт, ну понятно, это как бы все понятно, здесь без меня, я думаю, да? Так, фиолетовый Экскалибур. Хоп, хей, ла-ла-лей. Где же звезды? Хоп, хей, ла-ла-лей, ого! И все, и проиграл. А, стоп, проиграл. Кто проиграл? Он проиграл. Глазам не верю, но это случилось. А мы двигаемся дальше. О, диван Белял на минуточку. Вот и он. Вот и диванный бандит. Ря! Выбросил. Просто уничтожил. Мы двигаемся дальше. Следующий бой. Prominence Knight. На драйвере от какого-то парня. Рамы у нас сегодня летают только в путь. Только вперед, только к победе. Ну все, все. Слушай, я что-то вспотел. Мне очень понравился данный волчок. Он крут. Он крут-фрут. Бейблейд. Ну, это, наверное, ласт бой. Да, друзья, мы это прекрасные ноти. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на динь-динь-дон, дик-дон. Всем удачи, всем пока-пока. Волчок, огонь.